Салют, геймоголики! И добро пожаловать в свеженькую серию летсплея Temple of Elemental Evil. В прошлый раз мы с вами стали свидетелями поединка двух полубогов. Могущественного и мрачного Иуза и святого Кадберта, которого мы все знаем и любим. Еще с тех давних пор, когда мы приключались по Хомлету. Так, вот у нас тут трупешник Хедрака. Я, пожалуй, возьму все, что на нем есть. Вау, вау. Нифига себе. Вау. Блять. Вот это броня, ребята. Вот эта броня, это просто всем броням броня. Ну да. На целых два лучше нынешней Федоровой. Да, беру все, беру все. Ой, даже все не влезло, ну ни хера себе. Так, ладушки. Так, 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 так. Надо тут как-то по-хитрому. Так, и ботинки, и наебанный в рот. Все при нем, все при этом человеке. Меняемся броней. Эту броню отдадим Дринку. Ой, не ной только, старичок, не ной. Да что ты, блядь, ее надеть не можешь? Ты что, дурак какой-то? Ладно. Давай, одевайся. Одевайся, говорю. Во. Плюс 11. Вот это вещь, ребята, вот это вещь. Так, и что-то у нас еще было. Ну, это все в рост сокровища, среди которых алмазы даже встречаются. Ну, ё-моё. Так. Так. Бля. Бля. Да, пожалуй, оденем нашего Джабраила. Так, щит волшебный дадим Федору. Перчитули тоже оденем вот эти вот. А нет, это слишком хорошие перчитуни, чтобы их менять. Посмотрим за то, что у Федора у нас. Так, у Федора. Да, у Федора херовые перчитуни. Ага. Да, да. И меняем щит. Ставим себе щит поприкольнее. Этот щит тоже хороший. Его мы вручим нашему Дринку. Чтобы его сделать сильнее на целых два пункта. Нынешнюю броню Дринка мы нафиг выкидываем. Даем ему вместо этого вот этот вот. Ой, но только ты не ной, только ты не... Не надо говорить, какой у тебя перевес чудовищный. Ладно, сынок? Блин, ну у него и правда перевес. Ну что с ним делать? Блять. А чё он слабый такой? У него же нормальная сила. А, понятно. Это потому, что у него пенальти к силе. Вот в чем дело. То есть со временем он станет вполне даже себе способен нормально ходить в этой броне. Так, шлем Хедрака, ну... да, у Джабраила нынешний шлем какой-то просто говно нелепо, а этот хоть красненький будет. И что у нас еще есть? Еще у нас есть тут несколько посохов страха. Ну, рано или поздно пригодятся, я думаю. Башмаки Лоретто перекинем на Федора. Ну и вот молоточек, волшебный молоток. Ну, пусть он пока у Дринка поваляется в инвентаре. Хотя, по-моему, владение молотками и владение этими палками, которыми он дерется, это разные вещи. Поэтому он не будет бонуса к нему получать. Но, с другой стороны, если это какой-нибудь там плюс 500 миллиардов молоток, то вполне даже все будет удаваться ему. Вполне. Более чем даже, я бы сказал. Так, сейчас мы отдадим Рамоне молоток и проведем идентификацию. Что ж это окажется за молоточек-то такой у нас-то, а? Прям вот не знаю, изнываю от желания узнать. Да не могу. Все, смог. Ну-ка, ну-ка. Вархаммер Хедрака. Плюс 2.
Ну-ка, дринк. Давай примерим. Сейчас у тебя, значится, к попадению сколько? Плюс 6. А с этой штукой будет. А, это двуручный молоток. Ну ладно, может быть, хоть и двуручный, а очень хороший. Давайте примерим все равно. Нет, хуйня, хуйня ебана. Плюс 6 намного лучше, чем плюс 2. А плюс 6 и плюс еще и щит, это ж вообще вин во все стороны. Так. Какие нынче башмачки у Федора? Ну ладно, вот эти поменяем тогда. Так, ну и, пожалуй, и все пока что. Дальше будем смотреть, что там нам делать. Так. Ну вот, разделим их Эдрака, стал он у нас жалким подобием себя самого. Для чего-то соберем еще денег. Ну, это нам уже не надо, ладно. Ну вот, можно сохраниться после такого длительного инвентори менеджмента. Потому что почему бы и нет. Теперь побежим, посмотрим, что там творится. Я просто помню, что раньше там было этинов дофига. А, ну да, этины все еще здесь. Никуда не уходили. Поэтому мне такое предложение интересное. Перезагрузиться на более старый, ну, на последнее сохранение и поспать, чтобы восстановить себе очки магии. Вот, другое дело. Блин, как бы им эту отраву убрать, ну? Ведь отрава это... Так, ладно, может быть у клерика есть какие-нибудь заклинания. Должна же у него быть это высасывание яда, или как они там его называют. Так, ну где там наши? Ага. Так, ну давайте искать теперь. А то отравленным ходить это не тема. Это не тема. Так, защита от зла, защита от хуйни, от малафьи защита. Величие орла. Это, кажется, второго уровня ведь должна быть штука. Ну-ка, что это такое? О! Вполне даже может быть, что и вот это вот нам пригодится сейчас. Так, ну поищем. Нет, этого нам не надо. Так, а это что? Это хуй знает что. Так, вот, Restoration. Во. Вот это нам точно понадобится. Для того, чтобы. Да. Restoration. Спелка 4 уровня. Так. Ну и на всякий случай еще посмотрим, что там предлагается. Да нет, этого вот должно хватить. Этого должно хватить. Сохранимся потихоньку, чтобы больше не пришлось заклинания менять. И спать. Хорошо, поспали. Ну а теперь выведем вот такое вот заклинание. Такое как Lesser Restoration Strength. Ага. Ну-ка. Да, возродил. Возродил себе силу. Теперь посмотрим, сможем ли мы убрать вообще какую бы то ни было отраву.
Блин, нет. Так какая же тогда спелка отраву лечит? Ну и ну. Ну, давайте думать вместе, геймоголики. Небось, я просто сейчас сижу и проматываю нужную мне. Но нет, нет, такого быть не может. Хорошо, что Эйд делает. Нет. Вот и хер знает. Вот и хер знает. Delay poison нам не надо. Нам надо remove poison. О, remove disease. Ну, да, давайте тесту ради возьмем вот эту вот штуку себе еще. И дальше поищем. О, как же я мог это пропустить? Вот же она, родимая. Нейтрализовать отраву. Вот что нам надо было все это время. Так, теперь, пардон, я быстренько верну наши старые хорошие спелки второго уровня, такие как Sound Burst вот сюда. И Searing Light вон туда. Где там Searing Light? Чё-то проебал я Searing Light. Блять, ну он же где-то тут должен быть. Что ж вы делаете со мной? А, вот он. Приглядел, да, слепой человек, слепой. Абсолютно. Так, ну все тогда. Готово. Спим еще раз. Вот уж это лечение отрав разнообразных. Как оно нас всегда за попу берет. Ну и ладно. Все, нейтрализуем отраву, давай. Молодец, отлично. Все, разобрались наконец-то, а то бегали отравленные неизвестно сколько. Вот так, вот так, очень хорошо. Все, теперь можем сохраниться, честно. Сохранились. Зайти к дринку в инвентарь. Выкинуть нахер этот Вархаммер, отдать его, допустим, Джабраилу. Вот. Ну и все, налегке теперь, крутые, прикольные ребята мы и все такое. И можем карать и наказывать зло, как и раньше. Вперед, к битве с этинами. И прочими лесными великанами. Okay. Хорошая схватка выйдет. Прям вот чую. Так. Фаерболить будем, наверное, вот сюда. Чтоб всем досталось хорошенько. Вот так. Вот так. Будете знать, как с нами связываться. И смело в бой бежит наш Джабраил. Ему уже ничего не страшно. Включая вот этого колдуна. Фёдор повторяет за ним, рвется в яростный бой. Дринк может попробовать кого-нибудь поджарить своим Searing Light'ом. Но кого? Кого лучше? А вот этого самого колдунишку. Очень хорошо. Скопытил.
И сам тоже в битву. Нам этих тварей бояться нечего. Рамона, подгоняй. Нет, ладно, не будем делать Cloud Kill. Это будет слишком. Фаерболка вот в самый раз. Старая добрая фаерболка. Замечательно. Этины все попасть пытаются. Жалкие, жалкие этины. Такие большие, такие двухголовые. А все вы падете, потому что зло это наш враг. А мы сильнее зла. Мы зло для зла. Вот, да. Именно так. Так, ну что там? Еще по сиринглайтим. Этот спелл в последнее время очень хорош стал. Но, видимо, да, не во всех случаях. Ну ладно. Sure. Рамона. Пожалуй, еще один фаербол. Ну вот, волшебника изжарили, эти двое при смерти. Очень неплохо. Ну вот, еще одним великаном меньше. Этины все стараются. Федор, макри этина. Очень хорошо. Ой, Дринка потрепал немножко. Но Дринк сам тоже не промах. Все. Теперь можно попробовать Скорчинг Рей на этом этине. Хорошая атака. Ой, оппортюнити какая. Все, замесили. Okay. By the God's will. Странно. Okay. Другое дело. As you wish. As you wish. Ну вот, остался нам колдун только. Okay. Of course. Вот же скотина, дрейнит нас. Насколько это там? Да ненадолго. О! И как замечательно, посмотрите только. Схлопотали себе свежий ловол. Вот это радость. Вполне себе. Так, подлечимся, пожалуй. Так, еще подлечимся. Странно. Почему от этого массового лечения никогда сам клирик не лечится? Ну да ладно.
As you wish. Ну вот, теперь сохранимся. И начнем долго и нудно самый последний уровень нам раздавать друг другу. Просто в чем же у нас тут дело? Дело-то в том, что 10-й уровень это предельный в Temple of Elemental Evil. Поэтому нужно от него по максимуму взять. Сейчас у нас, значит, у Федора 86 хитпоинтов. Хорошо. 86, так 86. Дадим мы ему тумбл по максимуму. Больше нам уже ничего такого не понадобится. 4 хитпоинта только новых. Не катит. Надо больше. Надо значительно больше. Так, да, паладин. Скиллы. Ну, может быть, что-нибудь еще в этот раз. Ну что там, концентрация ему не нужна, дипломатия хорошая без того. Хил вообще какой-то беспонтовый скилл. Ха-ха, это рифмуется. Да, тумблера, короче, дадим ему. Угу. И никаких фитов не получил, никаких спелок. Жалко, блин. 9 хитпоинтов новых. Хорошо, согласен. Сохраняюсь. Время Джабраила. Скиллы. Ну, тумблер тоже. Так. Тумблер и... Ну, чтоб ему еще дать. Пусть будет Intimidate. Какая нафиг разница. Фитс. Последний фит. Так. Угу. Ну, а что тут у нас? Экзотическим оружием поздно нам как-то пользоваться. Вот. Во, во. А, да, да. Возьмем вот это вот. Чтоб целая куча атак была. И очень хорошие хитпоинты, очень хорошие. 10, по-моему, добавилось. 99. Ну, Джабраил, ну, качок. Почти до сотки дошел. Сохраняемся. Ну, на хитпоинты клерика как-то пофиг слегка. А скиллы? Ну, какие скиллы? Концентрация. Конечно же. Спеллкрафт. Ну и тумбл. Согласен. Эй, ну нет, слишком мало дали. 2 хитпоинта это все-таки как-то никуда. Хоть бы пятерочку. Давай скиллы. Ну и, конечно же, Concentration. 63 сейчас. О, 7. 7 дали.
Все, вот этот результат я точно сохраняю. Время для Рамоны. Блин, ей фиц не дают. Ой, жалко. А нет, дают, дают, все в порядке. Или не дают? Ладно, остается только проверить. Так, концентрация, короче говоря. Spellcraft. Тумблер. Вапрейс тоже вкинем. Фиг знает, что ей еще дать. Да, я ж ничего, походу, поднять больше не могу. Да, серьезно. У меня нигде стрелочка не горит, что я могу поднять что-либо. Нихера себе. Ну ладно. Так, и вот теперь самое важное. Господи, как я надеялся, что мне фит дадут на этом уровне. Потому что я могу взять кое-что нереально важное. Что-то такое, о чем я забыл в ходе всего своего прохождения, и вот сейчас только вот примерно и вспомнил. И уж не знаю, что это я такой тупой, но все-таки. Так, где там только это было? Сейчас, сейчас, сейчас. Не помню, как называется эта штука. Но она спасет нам всем жизни. Я это гарантирую. Так. Ну где? Эй! Эй, а почему я вот это не могу? А, у меня уже есть скрайп скролл? Нихуя. Серьезно? Я все это время был уверен, что у меня нет этого умения. А мне ужасно нужен скрайп скролл. А он у меня уже есть. Посмотрите, как здорово. Так. Ну и что ж мы тогда возьмем? Я даже не знаю тогда, что нам еще надо. Как вот этими вот всеми пользоваться, я до сих пор не понимаю. Блин, фиг знает. Вот уж черт возьми. Я даже не знаю. Ну, возьмем вот это вот, чтобы больнее бить. А, так а я это даже взять не могу. Я могу только подсвеченный желтеньким взять. Не знаю, слушайте.
Ну ладно, ладно. Возьмем вот это. Или вот это. Нет, вот это. Ну хорошо. И выбираем новые спелки. Жаль, конечно, что они все беспонтовые такие нынче. Но телепорт пригодится всегда. С этим, наверное, было бы интересно поиграться, но с другой стороны, нет. Ну, и вот это, я думаю, пригодится. Фунгусы же у нас кто? Растения. Хотя, с другой стороны... Ладно, возьму вот это лучше. А то и... Ладно, все, короче, финиш. Нормально, еще и хитов добавилось. Ну ладно, теперь малыш Лас. Наш веселый преступник. Что же он у нас получит? Пусть у него будет его appraise. Move silently. Listen. Open. Search. Ха. Так, теперь у него пропало что-то. Все. Ну ладно, окей. Fits. Тоже только желтенькую можем выбрать. Ну, давайте посмотрим, что у него тут есть. Ну вот это выглядит интересно. А это что? Ну, пожалуй, да. Лас все равно беспонтовый, какая разница. Ну вот, раскидали скиллов. Теперь давайте поищем, что тут хорошего есть. Фактически ничего. Ну, болтов возьму. Болты кончаются, как всегда. Болты плюс один. Don't mind if I do. Еще возьму болтов. Ну что ж, отлично. Так, ну самое время сохраниться теперь. После очередного левельчика-то. Будем смотреть, что из этого всего получится. Правда, смотреть мы на это будем уже в следующем эпизоде, потому что этот подошел неожиданно к концу. Мало что произошло, но вот хоть левела добили. Такое вот прохождение. А что будет дальше? Страшно прямо представить.
Спасибо за ваши лайки, за ваши подписки, уважаемые геймоголики. Все, пока. Пока.